Всем привет! Я доктор Евгений показываю сейчас, как тестировать бицепс, трицепс и мышцы предплечья спереди и сзади. Поехали! Для тестирования бицепса мы выводим руку в следующее положение. Надо попросить пациента лечь, это будет очень удобно, лежа это делать вообще удобно и пациенту, и тестирующему. Согните руку примерно на 90-100 градусов, то есть около вот этого вот положения. Примерно так. И просим плечо прижать к грудной клетке. То есть вот этого будет достаточно. Для того, чтобы во время теста рука не ерзала. Прижимаем руку к грудной клетке. Своей рукой мы прижимаем немножко плечо сбоку, чтобы она не ездила. Выводим предплечье в позицию супинации, насколько позволяет нам это сделать локоть. И выводим на 90-100 градусов, примерно 95, чтобы не запутаться. Удерживайте руку, просим удерживать руку в этом положении. Вот, кулак не сжимать. И сейчас моя тестирующая рука встанет на нижнюю треть предплечья обезьяньим захватом. Таким образом. И мое тестирующее движение будет перекат с передней ноги на заднюю. При этом просим тянуть руку к себе. Показываю тест. Удерживаем. Прижали. Держим здесь. К себе. И мы подсаживаемся и получаем явный тонус. Ингибируем нейромышечное веретено, чтобы проверить, мышца в нормотонусе или нет. К себе. Подсаживаемся. Мышца в нормотонусе. То есть она начала дребезжать и поддалась. Так тестируются две головки бицепса. И мы уже сможем понимать, насколько у нас локоть, именно локтевой сустав с передней поверхностью упакован. Теперь трицепс. Тестирование трицепса. По сути, очень похож тест на бицепс, только в обратную сторону. Тут больше механика самого тестирующего меняется. А так рука выводится в то же положение, сгибание в локте 90-100 градусов, но точка приложения у нас будет теперь с обратной стороны предплечья. И прижимаем также плечо к туловищу и просим давить от себя. И в этот момент мы наоборот с задней ноги как бы вырастаем, расслабьтесь, и делаем движение по дуге. Вот это. Удерживайте, прижали. Стабилизируем, тестирующую руку поставили и просим давить от себя, давить. И мы давим от себя, и тут тест замечательный. Ингибиция нейромышечного веретена, держим руку, давим на меня, и тут у нас гипертонус, частичный. Это надо перепроверять. Но механика теста, повторю еще раз, удерживаем, 90-100 градусов. Прижали, руку выводим для теста в супинацию, здесь тестирующая рука, и просим давить от себя. Давим. Тест нормотония. Предплечье теперь. Тестирование мышц предплечья. Как группа, тут их очень много, но как группу протестировать мышцы передней поверхности и задней мы можем достаточно просто. Все мышцы передней поверхности предплечья крепятся к медиальному мыщелку плеча. И вот тут часто бывают болячки. Как протестировать? Мы просим руку выпрямить, сжать ее в кулак, чтобы напрячь все мышцы сгибателя, и кисть к себе, насколько позволяет она. После этого мы захватом, уже не совсем обезьяньим, но и не кольцевым, мы беремся за предплечье таким образом. После этого мы стабилизируем грудную клетку с плечом вместе. И тестирующее движение будет у нас следующее. Мы сделаем вот так. То есть мы не кистью работаем, а как бы с передней ноги переходим на заднюю. И все это время просим кулак, то есть к себе тянуть. Еще раз покажу с другой руки. Здесь держим. И к себе. К себе. Достаточно сильное предплечье. Мы его ингибируем. К себе. Достаточно нормотоничное предплечье. Обратная сторона.
задняя поверхность предплечья. Делаем то же самое, только кулак сжимаем и кисть к себе. То есть мы делаем именно в эту сторону сгибания теперь. Также устанавливаем тестирующую руку, также стабилизируем за плечо грудную клетку. Но здесь не жестко, то есть на сустав не давите. Мягко, мягко. Держим руку здесь и к себе просим только предплечьем. Отлично. Расслабьтесь и подсаживаясь, делаем тест. Еще раз удерживаем. К себе. К себе, к себе, к себе, к себе, к себе. Подсаживаясь. Отличный тест. Мы его ингибируем. К себе. А вот и сработало. Здесь все отлично. Вот таким образом вы можете протестировать бицепс, трицепс, переднюю поверхность предплечья, заднюю поверхность предплечья. Это те группы мышц основные, которые держат локтевой сустав. В следующем ролике покажу, как можно стабилизировать локтевой сустав, протестировав все мышцы на плече и предплечье, и выровнять тягу мышечную, чтобы сустав был в позиции и не болел. Рад был делиться информацией. Пока.